Новосибирске обсуждают возможность введения запрета на продажу энергетических напитков на территории региона. Врачи уже давно говорят о вреде энергетиков для здоровья. И в ряде российских регионов подобные ограничения продажи уже существуют, например, в соседних Алтайском крае и Омской области. Действует закон в 42 регионах из 85. Значит, половина, ровно половина, готовится к принятию в 30 регионах и пока не принят в 13 регионах. Была такая проблема, что во всех других регионах это полномочия законодательного собрания, либо Думы, а у нас это находится в полномочиях губернатора. Новосибирские парламентарии поддерживают инициативу запрета, уже собрали 3000 подписей. Специалисты отмечают, что чаще всего энергетические напитки употребляют подростки. На молодой организм компоненты энергетиков влияют особенно плохо.